Людмиль Шлеймович, журналіст та головний редактор інформаційного порталу «Деталі». З нами на прямому зв'язку. Пане Емілю, вітаю вас. Здравствуйте. Хотілося б вас попросити прокоментувати ось такі заяви та намагання Росії, адже з одного боку вони хочуть легалізувати Талібан, і от саме цікаво контекст, чому саме зараз Росія почала говорити про це і чому хочуть виключити цю організацію зі списку терористичних на території своєї країни? Ну, несколько странно постоянно контактировать с Талибаном и при этом оставлять ее в списке. В России 46 организаций признаны террористическими, в том числе Талибан. И сейчас, да, они собираются его убрать, потому что контакты эти расширяются. Проблема не в том, будет она в списке или нет. Проблема в том, что чем теснее будут становиться контакты с Россией, с Талибаном, тем сильнее Россия будет подвержена угрозе атак со стороны главного врага Талибана, это Исламское государство. И одно из проявлений вот этой блестящей в кавычках дипломатической политики Лаврова россияне увидели в Крокусе. Но это их проблемы, это то, во что они втягивают свою собственную страну. Как бы, в принципе, ровным счетом на практике ничего не изменится от того, выведут они Талибан из этого списка или нет. Для этого нужно будет решение суда, которое отменит решение суда предыдущее, по всей видимости. А принято было решение это еще в 2003 году Верховным судом Российской Федерации о включении Талибана. Ну, так, соответственно, ну, не будут они считаться. Ничего страшного. Просто дуже цікаво, особливо, коли ми бачимо ось ті події, які сталися в торгувальному центрі Крокус-Сіті, і коли терористи так, за офіційною версією, напали саме на мирних цивільних росіян. І з іншого боку, вони намагаються своєму суспільству пояснити, що от ми хочемо викреслити Талібан із списку терористичної організації. Які головні аргументи і меседжі, тобто як Росія буде комунікувати це питання зі своїм суспільством? Ну, они продолжают контакты точно так же. Во-первых, существуют подпольные контакты. Мы не знаем, есть ли в России какие-то структуры, заинтересованные в наркотрафике, которые в том числе контролируют Талибан. Во-вторых, да, это позволит талибам принимать участие в всевозможных, мероприятиях. Если недавно проводилась межпалестинская встреча, на которой... на которую был приглашен и исламский джихад в том числе, то в будущем могут появиться там и другие организации. Россия взяла курс на контакты с террористическими группами, с квазигосударственными. И, в общем-то, я даже не думаю, что ей потребуется что-то кому-то разъяснять. Потому что процент людей, которым эти объяснения нужны, они, он как бы чрезвычайно мал и чрезвычайно молчалив. В России, я имею в виду. Те, кому они не нужны, ну, им что-нибудь скажет Соловьев, там, великая. Я не думаю, что дипломаты такого уровня, в кавычках, как Лавров, они вообще заморачиваются объяснениями чего бы то ни было собственному народу. Одно из объяснений по другим террористическим группировкам, там, по Хамасу и так далее, которые я слышал уже от россиян, заключается в том, что поскольку Запад с нами теперь не дружит, то что же нам делать? Мы будем дружить с остальными. Ну, как бы разбирать сейчас, почему этот бред воспринимаем вообще в России. Я думаю, воспринимаем, потому что нет никакой другой альтернативы. На вашу думку, ось ця співпраця, по-іншому не можу назвати, і намагання легалізувати Талібан у себе в країні, це також і спроба збільшити свій тиск на ті самі західні країни, на Сполучені Штати Америки, і почати використовувати Талібан, чи почати використовувати Талібан у якихось своїх цілях на війні в Україні? Не знаю насчет конкретно війни в Україні, хоча це не исключено. Талібан – це велике кількість бойовиків. И если ведется вербовка пушечного мяса в Сирии, то почему бы не вербовать его заодно и в Афганистане? Афганистан по-прежнему крайне бедная страна, Афганистан по-прежнему страна воюющая, воюющая, кстати, с тем самым Вилаят Хорасан, который находится. Это один вариант, да. Второй вариант – это контроль Талибана за значительными природными ресурсами, в которых Россия издавна заинтересована. Это и месторождение самоцветов, и, как уже говорились, опийные поля,
То есть это может быть заодно интересом денежным. Талибан является врагом Ирана. И у них серьезные, вплоть до боестолкновений, как бы существует напряженность в отношениях. Не исключено, что Россия ищет некий дополнительный рычаг влияния на Иран, несмотря на то, что с Ираном они поддерживают тесные отношения. Но еще один нюанс, видимо, возможно, это попытка таким образом предотвратить влияние, проникновение ваххабитского ислама на территорию исламских регионов Российской Федерации. Хотя, на мой взгляд, то, что с Талибана снимут статус террористической организации в России, никак там не поможет, а может наоборот усугубить. Якщо питання комунікації із російським суспільством легалізації Талібану, воно, ну, в принципі, так очевидно, що це буде робитися через їхні пропагандистські ЗМІ. Соловйов чи Скабєєва будуть виправдовувати, пояснювати, чому Талібан – це добре, в лапки беру. А от як Росія буде це пояснювати іншим країнам, які, в принципі, з нею ще мають гарні відносини? Наприклад, той самий Китай чи Індія? Китай и Индия в данном случае, я думаю, не будут нуждаться в особых уговорах. Вот мне интересно, как Россия будет все это объяснять среднеазиатским режимам. Таджикистану, Узбекистану, как бы режимам, которые с огромным трудом сдерживают распространение агрессивного исламизма на своих территориях. Там эта ситуация чрезвычайно взрывоопасна. Не исключено, что это в какой-то мере испортит их отношения с этими странами. Мы видели после якобы пойманных террористов, после Крокуса, что две страны Средней Азии предупредили своих граждан, что им не стоит находиться и не стоит выезжать на заработки в Россию. Вот. Ну и опять же, Россия, по всей видимости, не рассматривает эти ухудшения отношений с соседями всерьез по одной простой причине. Россия смелась теми, кто ей кажется более слабым. Потенциал военный у таких стран, как Таджикистан, Узбекистан, он достаточно слаб на случай потенциального вторжения. Потенциал политический, он тоже достаточно слаб, потому что режимы достаточно диктаторские, они могут найти с другим диктатором Путиным общий язык. Что касается Китая, что касается Индии, я не думаю, что для Китая это станет поводом сделать настолько резкий окрик, чтобы остановить россиян. Поэтому это какая-то, ну, их внешняя разборка. У Китая есть свой список организаций, которые они считают террористическими. Если бы Россия уйгуров сейчас начала поддерживать, ну, это бы вызвало скандал. А Талибан, как бы, от того, что Россия его признает или не признает, отношение Китая к талибам не изменится. А який інтерес у самих талібів у співпраці з Росією? Тобто, яку вигоду або які преференції вони будуть виторговувати для себе на ось цьому форумі «Росія-Ісламський світ», який відбудеться в Казані? Ну, во-первых, вони заінтересовані в поставках продовольства. У них із-за продовжуючихся бойових дій під угрозою определені участки сільськогосподарські, і туди поставляло продовольство, і поставляють зараз, в тому числі і в качестві гуманітарної допомоги. Я знаю, що із Казахстану були небольші поставки. Вони залежні від муки, вони залежні від зерна. У них є ця потребність. Тобто одна із тем, це, по всій видимості, звичайне розширення торгівлі, такої конвенціональної торгівлі. Второй интерес – это оружие. Талибы, как любая агрессивная сила, нуждаются в оружии. Того, что они захватили на складах американцев, им в какой-то момент закончится. В любом случае нужно ремонтировать, в любом случае нужны снаряды. Как бы, и они будут просить военной поддержки. Они, возможно, будут просить политической поддержки на каких-либо форумах. Форумах в первую очередь среди исламских государств, возможно, а не среди ООН там, или сил Запада. И они будут рассчитывать, я не знаю, будет ли об этом говорить, на смягчение отношения к их проповедникам и к их ячейкам на территории Российской Федерации в таких регионах, как Ингушетия, в таких регионах, как Чечня. То есть, опять же, это не значит, что Россия им это пообещает, это не значит, что Россия пообещает и потом это выполнит. Но, в общем-то, это то, что они могут желать от России. Побольше своего участия на российской территории и побольше
денег, оружия и продуктов взамен от России. Причем мы же понимаем, что расплачиваться с Россией никто в этом плане не собирается. То есть даже если они дадут какой-то опиум или дадут какую-то концессию, максимум там очередной ЧВК на разработку того или иного месторождения, то эти деньги утекут в обход бюджета, утекут к людям, приближенным к Путину. Как бы сама Россия от этого ничего не выиграет. Дуже цікаво взагалі спостерігати за всією цією ситуацією. І от дійсно Росія все більше і більше встає в ряд із організаціями, з країнами, які пов'язані із словосполученням терористична організація. В принципі, Російська Федерація претендує на цей статус дуже справедливо після того, що вона вчиняла в Україні і вчиняє в Україні. Тому це, мабуть, дуже природно, що вони от єднаються і притягуються один до одного от такі організації терористичного штибу. Далі теж поговоримо трішки про міжнародні новини і саме про злочини росіян, але в контексті реакції інших країн. Зокрема, Ізраїль висловив співчуття Україні з приводу другої річниці трагедії у Бучі, але при цьому жодного разу чомусь не використали слово «Росія», не згадали, що гвалтували, вбивали і знущалися з українців саме російські військові, що Росія несе за це відповідальність. Ваша думка, чому Ізраїль не називає речі своїми іменами і уникає саме от, ну, не те, що звинувачення, уникає правди, уникає слова Росія. Да, ви праві, ні в прес-релізі, який розпространив Міністерством іноземних справ, ні в письмі, яке послав Іцхак Герцог Володимиру Зеленському в зв'язку з 2-літтям годовщини в Бучі, нет слова Росія. Я вам скажу більше. Штаб по інформаційній роботі, который работает в Израиле с 8 октября 2023 года, то есть сразу он был сформирован при главе правительства, при канцелярии главы правительства после резни, учиненной Хамасом, еще одна организация, не признаваемая террористами в России. Там есть негласное указание не реагировать, даже если там Лавров или кто-нибудь еще, там Патрушев какой-нибудь, выступает с явно антисемитскими или явно антиизраильскими заявлениями. А такого было уже довольно много. Россию не упоминают, Россию стараются, так сказать, аккуратненько обойти. На мой взгляд, причин две. Одна, на самом деле, Израиль не хочет эскалации военной. И теоретически такая эскалация возможна, причем Россия на нее все время напрашивается. Хотя бы тем, что выставила в Сирии свои посты на границе и патрулирует там военными вертолетами и военными самолетами территорию, как бы это не представляет большой особой угрозы. Угроза заключается в том, что если случайно один из самолетов или вертолетов упадет, потому что ракета просто не туда прилетит случайно, а такое бывает на войне, то это подведет две страны, Израиль и Россия, уже к точке военного возможного противостояния. И заигрывание такое перед Россией, оно никак не воспринимается Россией как нечто умиротворяющее. Наоборот, Россия, которая привыкла к тому, что ей все вокруг должны, она воспринимает это как должное, а вот если нет, тогда она, значит, начинает делать пальцы веером на уровне Кремля. Это одна причина. Вторая причина, я о ней все время говорю, это личный выбор Беньямина Нетаньяху. Наш нынешний израильский премьер такого рода решения принимает практически самостоятельно, практически авторитарно. А мы с вами не знаем, что за годы его дружного общения с Россией, и с Путиным, и поездок туда членов его семьи, что за эти годы накопилось в папочках у ФСБ. И я бы не стал исключать наличие определенного личного интереса в том, чтобы внимательнее присматриваться к Путину, внимательнее прислушиваться к тому, что он говорит. Ну вот два этих фактора определяют то, что Израиль до сих пор не может открыто сказать, что убийство, насилие, зверство и все остальное в Буче, в Ирпене, в многих других местах творило 2 года назад, как продолжает творить и сейчас на оккупированных территориях Россия, российские граждане, российские военнослужащие, российские военные преступники. Это в Израиле говорят все без исключения, все средства массовой информации уже практически не осталось. Кого, кто бы в этом сомневался, но на официальном уровне наш премьер, которого никак не отправят в отставку, продолжает перед Россией кланяться. Это его выбор личный.